Как и в чем прорастить семена перца на рассаду? Хочется быстро прорастить семена перца на рассаду. Для этого нужно провести несколько простых подготовок, затем высадить подготовленную землю и создать условия для появления всходов. Как прорастить семена перцев на рассаду? Замачивание, калибровка, обработка. Начнем подготовку семян к проращиванию на рассаду с калибровки. Отберите семена одного размера, можете разделить по сортам. Разложите посевной материал на отрезе марли или на вате. Смачивайте несколько дней, пока они не наклюнутся. Проводите обработку в соляном растворе. Пол чайной ложки на стакан воды. В растворе поваренной соли погружаем семена, затем настаиваем 40 минут, вынимаем, промываем. На этом этапе семена перца уже готовы к высадке, но мы их дополнительно защитим и простимулируем с помощью биопрепаратов. Подойдут циркон, эпин, корневин, новосил, энерген. Разбавлять по указанным в инструкции пропорциям. Другие варианты обработки перца перед посевом. Замачивание в соке алоэ. Сок одного перемолотого листа разбавить водой в соотношении 1 к 1. Замочить семена на 30 минут и не промывать. Некоторые цветоводы говорят, что сок алоэ подходит только для томата или других посленовых растений, но не для перца. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обработка в растворе марганцовки. 1-2 грамма на 250 миллилитров теплой воды. Раствор должен быть бледно-розовым. Поместите семена на 15 минут и промойте под водой. В 3% растворе перекиси. 3 миллилитра перекиси на 100 миллилитров воды. Вдолить пару чайных ложек воды. Обработать не дольше 15 минут. Промыть под водой и дать просохнуть. Высаживаем сухие семена или же семена перца с наклюнувшимися головками в подготовленный субстрат. Универсальные покупные смеси для рассады подходят точно так же, как и самостоятельно приготовленные. В домашних условиях можно использовать одну часть торфа, одну часть земли с огорода или универсального грунта, одну часть компоста и 3 столовых ложки древесной золы. Перемешать ингредиенты и разложить по емкостям для проращивания. Обработать почву раствором марганцовки, чтобы убить микробов и притупить развитие ненужных для нас семян. В чем проращивать рассаду перца? Торфяные горшочки, пластиковые кассеты, торфяные таблетки, пластмассовые стаканчики с самодельными отверстиями на дне, обычные горшки для посадки. Огородники дают предпочтение в большинстве случаев использованию торфяных таблеток и горшков, так как проращивание в них семян перца очень простое и быстрое. Мы даже не подвергаем его пикировке. Использование других контейнеров и емкостей требует проведения пересадки, но учитывайте, что корневая система перца легко травмируется. Техника посадки семян перца на проращивание. Заполнить почвенной смесью выбранную емкость. Для стаканчиков и таблеток этот момент исключается. Последний просто смачиваем водой. После того, как смесь земли будет в емкости, увлажните ее. Разложите семена перца аккуратными рядами на расстоянии 2 см каждое семечко. Присыпьте одним слоем земли. Немного утрамбуйте. Сверху накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в теплое место. Температура воздуха для проращивания перца плюс 25 градусов. Рассеянное обычное освещение поднимет всходы. Периодически снимаем пленку и проветриваем перец. Увлажняем только по необходимости. С момента появления ростков снимаем накрытие, поливаем, вносим удобрения.